Гром грянул. В торговых центрах региона проведут дополнительные проверки пожарной безопасности. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский поручил подготовить обращение в прокуратуру Ивановской области для проведения дополнительных проверок в связи с трагедией в Кемерово. Страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Проверки в ивановских центрах проведут специалисты регионального управления МЧС России. На территории губернии 72 точки массовой торговли, 67 ТЦ и 5 рынков. Основная масса объектов, которые подлежат проверке, находится в областном центре. При проведении данной работы особое внимание уделяется проверке рабочей способности систем противопожарной защиты, вопросам состояния внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, состояния эвакуации людей и выходов, состояния подъездных путей и беспрепятственного подъезда к зданиям с массовым пребыванием людей, знания рабочих персонала по действиям в случае обнаружения пожара.